Приветствую всех, с вами Сенсей. Про эти игры я не забываю, поэтому следующая часть Tomb Raider. После нее смотрите Резик 4 ремейк. Давайте посмотрим, что дальше. 22, 22, везде 22. На верхнюю, что ли, я записываюсь? А, давайте это. Продолжить, что надо-то, я не пойму. Что-то вот с этими сохранениями какая-то каша, блядь. Какие-то ячейки. Давайте отсюда начнем, то есть перепишем что-нибудь. Блин, вообще картинка. Ее бы, конечно, покрупнее бы, да? Мне кажется, ее покрупнее бы так. Попочку подвинуть бы поближе. Так, дальше что? Дальше. Это мы поняли. Мы не поняли, куда идти. Карта, конечно, такая убогость. До сигнального огня. Ну, давайте подсветим. Где у нас? Ага. И как мы это сделаем? Чё, потухла что ли она, блядь? Да вы чё, обалдели что ли, блядь? Мерзавцы, а мерзавцы, блядь. На тебе погодь, дурёха. Ты опять взяла. У тебя же эта говнина была в руках. Да все, нахуй, не надо эту говнину. Что не упадет? А вот это прицепится она к этой деревяшке, интересно, вот эта штука. Она привяжет к ней, нет? Я что-то этого не помню, да. Привязывал. Все сорвали. А что толку-то? Я смогу ли это говно сейчас? Может, сорвет она огненные стрелы на эту дрянь? Вот эту вот дрянь, как ее убрать? Поджигай вот здесь что-то торчит. Сжигает она эту трещину. Тихо, тихо ты, блядь, мерзавка. О! Какой-то толк. Вот здесь можете забраться. Нет? Как эту трещину поставить? Блин, огненные стрелы как поставить? У меня вроде где-то огненные стрелы были. Да. А это плечо менять? Так, дальше что? Зачем я сюда вообще пришла? Может, вот здесь где-то забраться? Как эти деревяшки, блин? Чтобы увидеть маяк. Ну, ладно, я все понимаю, маяк. Что-то я вообще с нюху сбился, блядь. Может, вон там все-таки где-то идти, блядь. Вот мерзавка какая, а мелкая обезьянка. Нет, это сверху, на оттуда, наверное, вот сюда спускаться вниз. Смотрите, это параш-то горит, блядь,
И нихера, вы видели? Трянь-то это, блядь, горит и все. В прошлый раз потухло почему-то, блядь. Я что-то не припомню такую, чтобы где-то застрять. Старею, старею. Залазь нахер. Вот это что ли ход-то я нашел все-таки, наверное, да? Думаю, что... Ну вот и чё, теперь каждый ящик, блядь, я буду поджигать. Вот это мне не надо, вот это говнина, блядь. Да, есть здесь минусов тоже в этой игре хватает, блядь. Мне кажется, я уже был здесь. Факел, блядь, бросил бы нахуй. Курица, блядь, ну ты, сука, трясёшь тут, блядь, своими сиськами, блядь. Прыгай! Бестолковые. А току ноль, блядь. Сигнал. Сигнал. Сюда, что ли, залазить? Я этого дурака еще никак не могу достать, блядь. Подпёрлась она тоже. Дурёха, блин. Курица. Очень хорошая девочка. Иди, меня оскорбляй. Мне кажется, я сейчас все равно прибегу не туда, блин. У меня такое впечатление. Блин. В этой игре она почему-то постоянно поднимается. Смотрите, там это королевна какая-то. Наверху. Из нее лепили. Это что такое? А, это гробница. Ну, погодите-ка, что-то я гробницу ни одной, пока она здесь рядом. Давайте попробуем шурить. Вообще, это моя любимая третья часть. Ну как, она именно берет гробницы. Сделана на кусок говна. Ни отношения к деталям, просто говенные игра вообще. Графика вроде получше, но в то же время, блядь. То есть она вроде покрасивше, но отношения к деталям просто никакого. Да. Там просто кусок говна, блядь. Мне кажется, я вот сейчас пожалею, потому что я вообще просто поперся. Какой-то жопа. Ну, чего вот она встала? Встала и... Точно. Интересно, кошка трещит. Хвост поднимет. И орёт. Все, вставай, чуть. Кто тут дует, я не пойму, блядь. Барбосина сидит какая-то, свинота, блядь, надувает там, да. Кто это дует здесь, блядь? Так, давай подсветим что-то. Бля, все по-людски, блядь. Подсветки есть и все. Можно как секунду в ситуации разобраться, блядь. Ну а кто нас поднимет? Матрешка. Что? Оп, на коне сейчас мы. Кони в яблоках. Ну что, блядь, даже на коня не сделали, чтобы она села. Специально, что ли? Чтобы не отвлекать людей, да. Она только вот эту крутит.
чуть-чуть она сделала. Пробить-то может быть от чего-то. Беру. Как это, вот эти створки, они как-то вроде... А, вот они, закрываются, да. Я помню с этими створками геморрой какой-то, да. Вот так вот как-то. Так. Теперь эту хренососень надо, наверное, поднять ее. Сейчас откроются там эти стрезни. Ну полети, полети, полети. Блин, я в последний момент додумался, что надо сюда прыгнуть. Показалось мне, что это специально намазанным мелом. И не прогадал. Гробница-то самое главное, что... Красиво. Может, это была часть большого комплекса? Кульминация этой игры, бля, гробница. Это, конечно, не гробница, а так, можно сказать, кусок говнина. Какой-то подносник, блядь, придумал вот это, блядь. Ну, маленькая, конечно, она, чё тут говорить, нечего. Оба чё-то хапнула, да. Пятюрки спрятали. Пистолет. Блять, не сдохни только, блядь. Блять, хочется ускориться, она ни хрена не ускоряется, ползает, блядь, на карачках. Блядь. Я пойду обратно через эту дыру, нахрен, а то... Пистолет можно было, конечно, посмотреть. Да плевать, мы и так нормально стреляем. Чё нам возиться с говном всяким? Будем проходить, вы же знаете, я люблю быстро прохождение. Поэтому всегда и страдаю. Обязательно что-нибудь упущу. Возиться, да я потому что до того, как вот делать стримы, ребята, поверьте мне, я сначала смотрел чужие стримы. Я их вообще никогда не смотрел, но я смотрел именно перед тем, как начать это делать. Что мне нравится, что мне не нравится в стриме и так далее. Вплоть до картинки, чтобы близко, далеко ли и так далее. Потому что некоторые стримы у него башка, блядь, пол экрана. Мне, правда, об этом никто ничего не говорит. Хотелось бы услышать, потому что, может быть... У меня раньше, наоборот, я маленький делал, друзья мои. Мне вроде сказали покрупнее. Сейчас я не знаю, крупнее ли. Опять я тут встрял в этой говне. Оп. Цифры. Какие-то координаты? Зачем ты он сюда... Он хотел, чтобы их нашли? Вот туда мне надо. Да? Да? Опять ногу сломала, я думаю. Ну-ка, зажги тут. Чё-то у меня пистолет она постоянно берет. Когда мне нужен пистолет, она берет всякую трясню, блядь, в рот. Давай-давай, матрешка. Какая ты молодец. Эх ты, блядь. Надо туда добраться. Чё-то трясня летает. Как ты не боишься влазить? Курочка. Ну, ёб, ты только сказал, нахрен. Сейчас, блядь, начнется, блядь. Пизда крутим. Она даже уже руками не попадает, блядь. Докуривайся. Ну! Ну чё, я нажал, блядь? Чё не так-то, блядь? Мерзавцы, а мерзавцы? Чё вы тут, блядь, опять понадумали, нахуй? Может, раньше надо было нажимать-то, блядь? Может, надо спрыгивать как-то, нахуй? Ну, сейчас это заставка.
Я сейчас буду все нажимать нахуй сразу, блядь. Вы видели камеру-то, как была жопой наперед? Какая-то молодец. Не, она молодец, а я что вовремя. Где он? Хорош орать-то, блядь, может. Безумец. Ну, блядь, и сам бы добрался. Нахер ты пошла за ним, блядь. Он где-то буксует, блядь. Блин, сейчас соберет все. Всю мерзость на седалище. Эй, Лара, Рот рассказал про самолет. Не волнуйся, найдем другой способ выбраться отсюда, правда? Пармот. Надеюсь. Рота Пармот. Что там с Эмми? Вот он, вот ее собаки. Следы ведут в древний японский дворец. Мне это не нравится. Зайца, блядь. Не волнуйся, может, она просто зашла туда посмотреть. Ты ужасный лжец, Алекс. Тебе нужно что-то с этим делать. Кошки, хватай за ушки. Давайте посмотрим, что там с пистолетом. Какая-то трясня у меня. Глянем, что там. Так. Жвачица, что у нас тут? Свои. Плевать, осваиваемся. Хочу тут говорить. Мне надо как-то это... Что там с пистолетом-то? Боец какой-то. Огурец какой-то. Блин, вот, наверное, надо было осваивать-то. Мастер... Где оружие? Вот, где оружие? Я не пойму. Но. Не качать оружие, а... Что-то она там с пистолетом какие-то запчасти нашла. Лазила по помойкам. Вот, смотрите, вот какой-то наворочек. Что это такое? Да этой дряни я вообще не как свинья выкрасила. Ушак есть у нее все. Блин, я сейчас накачаю его. Это не качается? Уже все прокачано. Хватает запчастей. Мало ты по помойкам лазила. Сейчас никак. Отжигательница. А что она сказала? Кому она сказала? Мне что ли? И никаку, будет как. Больше никак. Самого же спешила эта черня, которую я сказал. Дурище, блядь. Пятятина за какую-то несу, блядь, сижу. Паломничество. Передавал место. Императрица Пимика? Корона. Невероятно. Че это за клоун? Капитан Джессет! КТО, он дурак. Капитан Джессет! Капитан Джессет. Боже мой! Он зомби какой-то смотрит. Че ты за говнюк? Ну ты мужик, блядь, по-моему, блядь. Ты доставила мне слишком много неприятностей. Но ты наивна и весьма предсказуема. Убить ее! Какие ты лилипуты, блядь, вы видели, да? Что там происходит, я не пойму, блядь. Я думал, или тут какие-то мелкие, блядь. Смотрите, блядь, там хачи, блядь, поперли, ну. Ё-моё, блядь, вообще на помойке какой-то, да. Сурвайер, блядь, просто. Ты прям везу. Матрешка, блядь. Охренеть не встать, блядь. Ну давай, письку поднимай. Что надо сделать-то, блядь? Соскочить с этого кольца, наверное. Может, еще какую-то кнопку надо дожать, блядь?
А, вот эту даже кнопку. Ничего, матрешка, блядь, я с тобой. Сейчас взорвемся, как грим. Что здесь происходит? Драция твоя. Как она живая-то осталась? Смотрите, тут чурбанил какой-то ходит, блядь, динозавры, блядь. В какой век попали, блядь? Телохранители какие-то. Вас вот не вызывает подозрения? Откуда столько это мертвецов-то, блядь? Здесь туризм какой-то, что ли, проходит, блядь. Туристы сюда ездят, что ли, блядь. Летают на этот остров, блядь. Их жрут тут, да, блядь. И убивают. Я понимаю, 5-7 мертвецов. Но тут, блядь, тысячи, блядь. И мало того, что... Ладно бы скелеты были вот такие, как сейчас мы видим. А там, вы видели, блядь, висят, блядь. Висяки, блядь, жбуры, блядь. Недавно их там завалили, там их... Человек 300, блядь. Наверху и внизу, блядь. Тоже нарисуют какую-то херню, блядь. Везде мясо, чтоб страшно было. Откуда это мясо взялось, блядь? Как будто тут батальон, блядь. Да какой батальон, блядь? Батальон-то мало народу. Это, блядь, дивизион, блядь. Вот это другое дело. Потому что одна воинская часть, она ничего не стоит, блядь. Тут как раз, наверное, одна воинская часть, блядь. Ой, я сам удивляюсь над собой, блядь, какую-то херню вечно замечаю. Надеюсь, не совсем заржавело. Что, на этим дробовиком может валить, блядь? А, у меня вообще дробовика-то нету, да? Они ищут меня. Чего, блядь, смотри, сейчас мы с дробовиком с тобой, блядь, да по кукошкам им будет весело. Я думаю, и вам понравится. Мы сейчас будем кукошки-то отстреливать. Блин, может, нам не понравится? Ненавижу гробницы. Ты что, обалдел, что ли, блядь? Мы, наоборот, все любим, она ненавидит. Ползает по ним, а ее штормовые стражи. Поперек горла. Пимика, первая императрица солнца. Ух ты. Это Яматай. Ненавижу гробницу. Женщина, конечно, блядь. Писала женщина, что для женщин. Это действительно ты? Своим-то да. Вернее, твои останки. Что ж, они воняют, им 1000 лет, блядь. Кто это придумал, блядь? Чтобы из гробницы какая-то вонь шла, блядь. Так эта вонь не пойдет, через год уже не пойдет. Не то, что там через 1000 лет. Это похоже, блядь, на какой-то обряд. Обряд жертвоприношения. Ужасно. Но почему женщин сжигали? Догадайся трех раз. Почему вас вот сжигали, это? Блядь? А, это тот самый монастырь? Потому что вы пиздите, блядь, без умолку. Она льет воду. Зачем? И тогда, блядь. Что мужчины не выдерживают вашего натиска, мозга, блядь. А вот и ты, императрица. Нет, это не вода. Ты это ритуал передачи власти. Обряд вознесения. Так ты выбирала себе наследницу. Вода! Хватит сейчас. Нет. Вот смотрите, блядь, сейчас. Тут лови сейчас ты иди, блядь. Эх ты, блядь. Эх ты, блядь, веселая штучка такая, блядь. Ребятки, тут смотрите, патрончики, блядь. Эх ты, блядь. Шустрый, блядь, этот негритос, блядь. Негрипоп, нахуй. Эх ты. С оружием уже пришли, блядь. Дай-ка я вас тут с кукошек-то повынимаю всякую.
что, все что ли? Кто там еще? Давай, ублюдки, блядь. Блядь, молчал бы лучше, да? Я дурак, блядь. Это такое? Динозавр какой-то, блядь. Давай дверь им откроем, блядь. Динозавр. Бум. Да по башке, блядь. Почему у нее глушитель-то нет, я не пойму. Эй, я нашел выход отсюда. Давай, дед. Че ты садишься? Погнали дальше. А, смотри, очку попробуй. Какую-то хренату там я хотел сделать. Так, че просто сражать? Землю, блин, да, делай землю. Нос оттянул, блин. Кто у нас там бил, блядь, нос оттянул, третий уровень. А как их эти уровни совершать, да, понять не могу. Все закрыто, к чертовой матери. Нахер мне это такая дресня-то была. Все нахер. Зачем я каждый раз в эту говнину вылазил? Сюда ли я вообще иду? Давай. Заставки, и я иду, и один заставки своей. Да как, какой потрешку, бля, придется башку сюда лезть, да? Американская, говорит, какой-то. Как они сидят дома, живут, блядь, мясо на гамбурге. Только в играх, блядь, фильмах. Не могу открыть! Я думаю, это она корейская. Тут надо выживать! Она здесь! Эй, какие юрки! Опа! Убить её! Пошли! Тут будет тебе подходить. Не заряжается! Где ты, чувак? Вот так вот, мужик. Как ты, блядь? Смотри, смотрите, блядь. Свинота, блядь, какая-то. Чё я тут с ними, блядь, титьки мну, блядь? Матрёшка, ты чё с ними титьки мнёшь, блядь? Они тебе должны мять, блядь, они сама себе, блядь. Да вот, вот этой штучкой, блядь, им. По яичникам, блядь. Ну... Так, чё надо-то здесь, я... Чё-то она пробубнила. Ага, вот этот колку надо пропустить. Жалко где-то кого, блядь, на мозги бы его пустить. Эх ты, блядь, смотри, черт какой-то. Ай, сука, эх, мешок с говном, блядь. Как она его толкнула, она же меня вообще драться не может, да. Как ты, блядь, было это... Фигать. Че вращай, давай быстрее вот сюда, открывай здесь всё. Где он там? Да не, не это ты не нажимаешь.
что, вроде это потрескивает. Как ты умудрился сменить? Ты что ты, блядь? Там доски-то вроде бить. Что дальше, блядь? Ох, блин. Что-то я понять не могу, что происходит. Может, ей самой там... Колокол подойдет. Наверх никуда не надо, да, вы делаете? Как она меня меняет, блядь, колесо это вернулось дальше. Чё я не могу понять, не могу, чё это колкнуть, это не падает тебе. Говнину ты это, блядь. Ветер-то вроде я правильно сделал, да? Блядь, неправильно, зачем колкнуть я вообще, да? Не по колку надо лупить-то, блядь. Только сейчас до меня дошло, блядь. Я увидел деревяшку, видите, вот эту деревяшку. Ну что ты? А потом по кулку у нас ударит. Дрочил ты вот эти, конечно. Ну чё уж, устал я вторую игру заливаю подряд. Рейтинг сейчас вливал, плевался там. Восьмёрку не трогаю. Может, там ещё раз надо ударить было? Не дай бог. Вроде вид-то у него уже всё, маленький. Сейчас справа, наверное, нападут, блядь, нет? Смотрите, ничего себе, блядь. Ты чё, блядь? Вы обалдели, что ли, тут здесь все, блядь? На кого тут, блядь, друг поднял его? Мерзавцы, блядь. Сейчас я вам поляшку-то нахлыщу. Тихо ты, блядь! Шустрый парень, вы видели, блядь? Шустряк, блядь. На тебе, блядь, грызло, нахуй. Где у меня это ружьё-то, блядь? Колокол подойдёт. Подойдёт, блядь. Чё он подходит? Теперь... Я помню, вот в башке что-то отложилось с этим колоколом. Оказывается, надо было сначала было доски эти берегли. Чё, ещё немножко, ещё чуть-чуть подрёшься. Но если эти суки побежали, значит я все правильно сделал. Блять, лезь за что-нибудь. Блять, на этот с проволокой. Как она выживает? Все, блядь. О, конечно, она выживает, она сквозь предмет проходит. Динозавр, блядь. Эх, блядь, угадай. Спасибо. Респект тебе, мужик, нахуй.
понял я ничего. Я не успел ничего понять, честно сказать. И куда вы, откуда и куда? Твою мать. Ну чё, блядь, не так-то, блядь? Матрёшка чё творит, блядь? Вы видели, блядь? Вот это супер-эдвенчика, блядь. Спасибо тебе за эту игру. В эту часть мне зашла интересно, блядь, было. Без всякой возни. Ну, немножко с этим говном, как я это владел. Но... Смотрите, какую картинку я прикинул. Прием! Сэмми! А вот настоящий. Прием! Сэмми! Это Лара! Приводчик. Боже, такой. Лара! Как я рада тебя слышать! И я, Сэмми. Скажи, остальные с тобой? Нет. Я выиграла рацию охранника. Не понимаю. Яркой, сочной, красивой что? Картинкой. Приключенческая, я хочу сказать. Я не знаю. Ну, у вас, наверное, побледнее все-таки будет. Немножко побледнее в таком качестве, но... Ваш гер качестве передает процент. Боже, кто-то идет. Нужно 10%, конечно, потери. Сэмми! Сейчас Assassin Unity заливает там. Огненная дрянь. Более 20, наверное, процентов. И как она выглядит. Как гробница Пимика. Плохая очень обработка. У меня плохая. Роб, ты на связи? Направляюсь ко дворцу. Всех хотя остальных тоже держат. Я тебя догоню, и мы войдем туда вместе. Вот игры какие должны быть красивые. Ну это тоже ведь все жрет. По-моему, что делать, не шагает. Подожгла, что ли, ты костер-то свой? Да, рано я решила, что хуже уже быть не может. Кого я видела там, в монастыре? Они были одеты, как штормовые стражи, и издавали звуки, нечеловеческие звуки. Черт. Блядь. Ты только послушай себя, Лара. Говоришь, как отец. Похоже, это представители какой-то затерянной цивилизации. Так, теперь я точно как отец. Итак... Известно, что они убили тех людей. И я не сомневаюсь, без колебаний убили бы и меня. Но сейчас не время об этом думать. Ну все, ладно, давайте на этом закончим. Спасибо за внимание. Всего доброго, берегите себя, до новых встреч.